Можно рыбу поставить, кончается Да, все. сейчас поставлю. Кидай паску по рыбе, нахуй. Подожди. Протестовал фласку от Ганина. Да нет. Я сам на дистале посижу. Я скажу, куда дистали. Да он нормально. Я отойду, труба. Бля. Беги, малышка, беги. Ой, давай еще расскажи, ой, где ты его видел, а я знаю, где ты его видел, но... Скилю я тебя нахуй, не палься, блядь, ебаный в рот, блядь. Мне похуй, нихуя не звонит. Сомалийский ты где нахуй? Стою. У протектора первый кат. О! О, пушка нормальная, сюда на. Да, слабняк нужен, тут хуйня ебаная. Море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Хотя... Да я поэт. Я забыл, что я не на своем шиме. Ну так я, воля обычная плюс череп, нахуй, если ты следил, у него прокола, блядь, сила, это понятное дело, да. И он фулл латный, либо агильный, да.
Да, только без ртру, без ходки очень тяжело будет, я не знаю, как я на два левка буду. Только тут нету этих, алло. Мелок. Нет. Можешь хоть красного, хоть зеленого убить, кого хочешь. Красного-то я заметил. Ну-ка. Ну его хилить нахуй не будет, блядь. Ты чё заебал, блядь? В нас не веришь, что ли, блядь? Ой, ты помнишь, как мы его шваки убили первый раз? Что ты, блядь, заебываешь? Короче, надо сделать на два плевка, когда два слизня появляется, правильно? Все, понял. То есть первого зеленого я не плюю, коплю на два плевка, когда появляется два. Все. Войт, он вата, блядь. Дайте кресло. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал там чумы, которые уничтожит весь Азерот! Чуму не проебите на. Потому что лужи в центре. Два слизнюка в одной комнате? Может получиться что-то любопытное. Ничего не чувствую. Что? Это еще... Маны надо. Как выводить нахуй? Тут у стола или чё?
Дай крест, Маликет. Заебись, нас залетел этот. Потому что у нас залетел пельмень и лужина. Я не знаю, нахуя выпивать возле стенки, если надо выпивать в центре. Так не вставайте. Нахуй ты встал, мастер? Что это вата, блядь? На переходке сберитесь в все зеленого. Никто не сдохнет. Ну да, это хуйня на самом деле какая-то. Нет, на ХП никогда не давал. Не из-за этого сдох. Там вас всех пофилили фул, через 10 секунд и сдох. Буду пить первую РДД зону, если так мастер просит. Милишники сами там выложат. Только сбегитесь в цели зеленого, когда он будет кастовать, а то сдохнет человек. Кто-то Мелизоник, кто-то РДД вывод. Мы сейчас тактику поменяли, сейчас Мелизоник я. Скоро зеленый. Не успеваю. Не успеваю. Либо не успели, будет три слизня, если уж. Он пропадет. Он пропадет. Во, пропал. Спать. Заебись. Красный. Это хуйня. Потому что надо стопать как раз таки, если не успеваете до первого зеленого, да? Шарп, ты можешь куклу здесь спалить? Я все могу. В
тут бычий голос стоит. Да, всегда беда. Меня больше интересует, какого хуя первый слизень это. Ну, не первый слизень, а какого хуя он пропадает. Алиса рыба. Вообще-то можно зерк. Я чуть-чуть подыграю. Да. Беги, малышка, беги! Нет, откуда? Как красный появился? А у меня нет рага. Плюнул. Как так быстро появился рага?
зеленый. Бомба Геро. Меня откинуло его, я его не достал. Пиздите стаки просто нахуй все. Похоже, у меня ничего не выйдет. Вата нахуй, какой напряженный, даже не напрягался, блин. Фул мана. Как я нахуй, блять, мог его захилить, если я нахуй в другой стороне комнаты, потому что мне слизень откинул. Вот, да, одни из двух плечиков, которые ты забрал, вот эти, с черепами, а трансмог. Я не могу атаковать эту цель. Вот это там, либо танк, либо...
обычные. А, ну да, в смысле потестить, а... В смысле, ДД, ой, ДДшник ты взял. Сейчас этот милый бомб. Обнажите клинки, соратники. Фрайгулы насмерть будут стоять за королеву льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок, но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть! Не знаю, наверное, может и нет. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Я привел ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Соединитесь ко мне в этом упоении с смертью. Эх, были времена, когда я на этом мобе истерию давала. Сохранить все части тела.
воет, а я твой ребенок. Скажи да. Уйти. Алиса, инцест — это дело семейное. Согласна. А Войт сопротивляется всегда. Войт козёл, да. Ну откуда, блядь, вот эта вот буря с градом нахуй падает, блядь, такая охуенная пуха просто. Ну, уроки, которые... Да. Блять, нужно ебануть её по танку. Согласна. Нет, трансфут придумали для топчиков. Трансфут придумали для я пока не знаю, я не смогу никак играть на за персонажа этого. Тут трансмутился, сразу ДПС на 5к вырастает. Шарпистол гимноману. Нет. Да, бля. У тебя 50%, какой гимн? Сука, дай ману. Я отдал уже. Я, бля, знаю, что я прохожу. Я тоже знаю. Мастер, дай 200 тысяч голды. Ну, отсосай. Приезжай в Москву. Сделаешь отсосай в Москве, Алиса. Я согласна. Пожалуй, откажусь. Но лучше бы не отказывалась. Сочувствую. А ты кто, знаешь что? Не хочешь стать ну ладно, блядь. Шарпистул. А! Что? Пошел на. А, ну ладно. А почему? Ха-ха-ха-ха. Пошел на. Ха-ха-ха. Ну понятно. А еще что скажешь? Ля, классный мультик. Ну так в этом его классность. Я реловнусь после босса. Леру дай, мастер. Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями.
Заменил шамана. Почему я не хапал в этом рейде, сука? Шамана Фафнирского. Все, и логинс. Сука. А, нет. А. Пистол, у тебя что там, ДЦ второй? Да. Может быть, он в ДЦ, я в холле, но в три хила. У нас холлипал есть. Зависит от дебафов, которые будут висеть. Если на двух хилах... Плюс мелик лишний, зачем? Затем, что шерпистул суем 270 мл или 210 кпс. Они сейчас на вас так будут чаржить. По идее, да.
Стой, блядь, я пошел на. Стой назад. Наебали. Подожди, подожди, блядь. Не кастуй меня. О. Провосик. Одного забыл, сука. Спасайте нахуй. Как красиво, нахуй. А, еще одного дракончика проебал, ебаный. Притяните. Я помню, притягивали. Да, если в тайминг попасть, то притягивается. Ты чё вы говорите, какие тайминги? У нас Алиса танчит. Единственный язык. Там у кого-то был ФК. Thank you.
Во время каста можно только заходить за стенку и его фирме достанет. Нам бы чулана вместо еще помнить. Либо мосин. Мне нравится. Кто тебе не нравится? Да. Использовать эту способность. А зачем звездочка круг? А, все, я это спросил. Ой. Давай уточним один момент сразу же. Я меняю Алису сразу, как только появляется первая глыба. Но не души. Потому что в прошлый раз я так делал, Алиса стояла и ждала чего-то. Я так делал. Я выпил. Я Эфрос резист. Нет. Я и буду кидать свободу по КД, Маликет. Давай, чтобы тебя не надо. Пиздец.
Мало пиздец. Маленький черпистол, ни хилим не бьем. Алиса, надо было раньше выходить. Трепещите, смертные, ибо ваша шалка... Маленькая пить голова, не хилите, не пьете. Один хил за хил. Все, стоп, не видно. Стоп по первой, стоп. Она сейчас горит. Пизда. Сложимся. Нахуй вы били вообще? Зачем вы дотаете? Кто дотает? Да, кинул я доту, потом возвращаюсь иногда. А чё, всё-таки в два хила? Маленький додешил? Нет. А, не-не-не-не. Чё-то мне показалось. На нём постоянно висел освобождёнка, поэтому не хилил. Ебать, откуда у тебя 280-й манускрипт? ПВП. ПВПшный. Тут все были, все знают.
Потому что ты сказал им добивать нахуй глыбы, потому что на первый нахуй никто не бил. Малик от Виби. Стоп, отбирай впереди. Миша про, блядь, тебя сейчас так его ебут. Хорошо, что хоть скидывать умеешь. Турбо бычья голова. Чёрт!
Почувствуйте всю мощь господина и погрузитесь в отчаяние! Да какого ты хуя за мной бегаешь, рапистул, блядь? Олесь, иди снимай. Фридом, пожалуйста! Нет. Ибо ваша шалкая магия теперь бессильна! Всё. Я притянул, я не успел. Не бейте тогда. 5 секунд. 4. Центра, уйди нахуй! Я метко кинул, здорово. Я уже дал. Я соблюдем. Меня освобождён-то. На бычьей голове. Будет протяжка. Давал уже. Турба. Танка убил. Забейте на стаке, бейте тупо босса нахуй. Алики тут. Отойди. Нехуй было, блядь. Убирать, блядь. Стаки он не, блядь, стакает. Когда я в глубинах, он на хилах, блядь, освобожденка, сука. Привет тебе. Ступай. Алис, по тебе сколько дыхания бьет?
что не ебу в душу. Просто я что-то смотрю, я по 517 сопротивления, и он по 30 тысяч херачит просто. Я не знаю, какой смысл. Я знаешь,